Романтика кончилась. Автор Константин Мацан. Моя жена ни в чем не похожа на тот портрет моей единственной, который я сам того не заметив, когда-то давно себе нарисовал. Первые черты этого портрета проступили в старших классах школы. Я влюблялся легко. Мне также легко отвечали взаимностью. Статус души компании облегчал путь к сердцу красавицы. С пугающей регулярностью я отправлялся в этот путь снова и снова. Средства и цели оставались прежними, менялись только имена. На ироничные замечания друзей ему «ты девушек меняешь как перчатки» я искренне обижался, потому что ну неужели непонятно. Это же не спортивный интерес. Это каждый раз с надеждой на всю жизнь, вернее, Уж в этот раз точно на всю жизнь. Это я сейчас понимаю, что эйфория, такая влюбленность, чтобы как в омут с головой, не может быть на всю жизнь. Почему мы с моей будущей женой начали встречаться не знаю. По всем параметрам моей единственной она никак не могла мне понравиться, но остается только констатировать факты. Ни с одной девушкой из тех, с кем я встречался до этого, я бы никогда не смог создать семью. С каждой из них я пытался воображать, как это будет. И каждый раз картинка не складывалась. Мелькала фальш, что-то буксовало, хотя эти девушки полностью вписывались в мой идеал. А вот моя будущая жена не вписалась. И не рисовалась с ней вообще никакой картинки. Картинка была не нужна. Просто пришло чувство. Я хочу, чтобы мы были мужем и женой. Моя единственная. Вот она. И не потому, что я ее такой назначил. И не только потому, что она самая умная, красивая, талантливая на свете. Просто она это она. Так я понял одну вещь. Не универсальную, но для меня точно верную. Господь посылает счастье совсем не в том виде, в котором я его жду. Оно просто приходит и говорит «Привет, я твое счастье, и я... я вот такое». Ты сначала удивляешься, но потом тебя вдруг пронзает. А ведь и вправду, вот оно. И как я глупый сразу не понял. Все, что было до женитьбы и стало после, собирается для меня в одну ясную формулу. Романтика закончилась. Началось счастье.